Всемирный день охраны окружающей среды отмечается ежегодно 5 июня. Этот праздник – один из способов привлечения внимания мировой общественности к проблемам загрязнения нашей планеты. И в этот день Робинзон ТВ решил узнать у харьковчан, как они охраняют окружающую среду. Все очень просто. У меня частный дом. И выходят на улицу, на ворота. И постоянно идут какие-то люди, которые абсолютно не приспособлены к чистоте и порядку, мусорят, выкидываются. Я выхожу и прибираюсь у себя на улице. Это мой такой маленький вклад в охрану окружающей среды. Мы занимаемся благоустройством территории города Харькова. Каждый по-своему. Мы в доме следим за порядком. Мы делаем что-нибудь, делаем, бумажки не выбрасываем, на улице. Я считаю, что все начинается с самого себя. То есть, если ты сам не будешь, скажем, сорить элементарно, идешь, куришь и бросаешь эту папироску где-нибудь не в урну, отсюда все и начинается. Если каждый сам будет делать элементарное то, что ему самому полагается, тогда и будет и чистота, и порядок.